Ну, здорово, народ. В общем-то, долго думал, как быть. Будем, короче, первое. Селиться в психбольнице, это раз. Там я буду пользоваться командой Килол, чтобы эти ребятки ничего не поломали и быстро всех вырубать. Ну, читерно немного, но выбора нету. Я хочу это здание занять. Меня хоть там заплюйте полностью. Так, по поводу этих боссов. Не знаю пока. Будем пользоваться вот такой вот командой. Да ты издеваешься. Ой-ой. Ну да, пора будет отсюда съезжать зато. Где я рессорик там какими-нибудь могу воспользоваться? Хотя вряд ли, да? В принципе, турели могу поставить вместо этих ребят. Толку-то от них, мягко сказать, не очень. Ну да, наверное, поставлю генераторы турели потом. В принципе, это сейчас не важно. Лоханулся я, конечно, сейчас, блин, мягко сказать, конкретно. Ой-ё. Да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но тут, правда, меня чувствую, точно не хвалить не стоит, блин. Дебил. Ладно, хотя бы я знаю, что это означает. Правда, я не знаю, что это означает. Это какие-то роботизированные турели, турели-роботы. Что, типа людей какая-то хрень будет стоять? Или это то, что я нахожу, типа, круто так? Тоже сомневаюсь. Также я придумал план временного, так сказать. Не временного, а временной, короче, ловушки для зомби. Посмотрим, как она вообще будет работать. В принципе, я начертил тут все рисуночек. Я не хочу делать полностью базу полную, мне влом, если честно. К тому же это слишком долго будет. И ресурсов, количество, ну, блин, мне, мягко сказать, не хватит. Я смогу проапать, в принципе. Так, где же здесь был? Правильно, я здесь был. Вот мне сюда надо будет заглянуть. Вот как ты услышал меня, засранец? Правда, если будут встречаться боссы, скорее всего, будем килокать. Я потом посмотрю по командам еще. Там команда на спаун этих была. Так что, вероятно, за спауне. Но это вот долго. Кстати, а почему спаун? Ведь я чисто... А, надо посмотреть, как их спаунить, да? Да, надо посмотреть, во-первых, как их спаунить. Это раз. Во-вторых, где остальные зомби? И юмора не понял как-то. Здесь вообще никого нет. Прикольно. Один бедолашка был. Понятно, автостоянка. Здесь, в принципе-то, и не должно быть много народу. Так, ладно, здесь мы побывали. Потом я машину буду все зачищать. Сейчас книг еще наберу. А, кстати, я еще, оказывается, не изучил книгу по мусорщику, по ходу дела. Или какую-то другую, вот я точно не понял. У меня там была готовая. Вероятно, по мусорщику. Я ее последнее дело, они просто делаются 7 минут. Вероятно, я убежал и забил Волт. Ненавижу вас. Любопытно, конечно, но не очень-то и нужно.
Патроны... О, ну отмычки, ладно, пригодятся. Там он не один. Я этих и ушатываю спокойно, но дело-то не в этом. Конечно, все любопытно. Че, из-за того, что я вкачал ту ерунду, теперь с каждого будут что-нибудь падать? Я, в принципе, не против. Если падало что-то полезное. Ну ладно. Тут как ни крути, один пень уровень надо будет поднимать. Ага. Не ждал. И что это такое сейчас было? Двор для собак и одна будка, да? А, нет, не одна. О, здравствуйте. Любопытно даже. Обалденно полезная вещь. Я просто не знаю, как и без нее жил-то, а? Ну тут да, надо будет, конечно, зомби почекать хорошо. До хрена. Не, все-таки автомат не нравится. Автомат с пулеметом просто реально рулит. Потом надо будет в библиотеку нам заглянуть, посмотреть, что там опять творится. За вакханалией мне интересно. Почему заглядываю в библиотеку, показываю? Ну, потому что прикольно смотреть именно по библиотеке, можно судить, какой спаун происходит и как он увеличивается. В принципе-то. Топливо, кстати, дается так по-нормальному, богато-богато. Не скупились. Я помню, ох, я все вспоминаю, когда топливо вообще беда была полная. Да. Воспоминания, воспоминания.
то раньше, я помню, играл какую, не помню, 12-ю, что ли, версию. Топливо приходилось варить со спирта, потому что его вообще нигде толком не было. Собирать с машины вообще не вариант был. По-другому сделать. Если он бы стрельнул, он тут полдома бы поднял на меня. Это мне не вариант. Кстати, сколько с этой хрени я могу получить хоть кожи? Я бы не сказал, что так полезно. Так, здесь у нас песок, булыжники. Да, булыжников еще надо будет наделать пару тысяч. Хотя это не проблема, глинки накопать. 1000-10, думаю, не хватит. Сейчас пока у меня в двух верстаках колья делаются железные для новой шахты. Так что как-то так. Слушай, да, здесь надо играть с респауном по-любому. Но, правда, вопрос опять же остается в другом. Пофармить я потом по крышам, наверное, говорю, буду фармить, но патронов у меня пока хватает. В принципе, здесь беда не с патронами. Здесь в основном беда у нас суперзомби, которыми надо как-то справляться. Да. Я повторюсь, я знаю, что надо стрелять тем мишень, которая у них на груди типа сердца. Но я уже, если честно, проверял на других уровнях сложности, понял этот прикол. Говорить не буду. Неохота. Я еще думаю, как обзор сделать вообще, блин, по этому моду. Потому что я вот еще первый раз не сделал обзор по нему. Ничего, вот второй раз. Вероятно, не получится, хотя хрен его знает. Может и получится. И по эксперименталке как-то обзор запилить. Там, правда, у меня есть... Нет, идей там у меня нет. Там слишком много сторонних модов написано, напихано. Нет, плохо. Прошу прощения. Как говорил, приболел немного из-за погоды. Горло першит, зараза. Погоди, тут что, телеки, что ли? Нет. Блин, я уже обрадовался. Думал, телевизоры. А их поразбирать-то можно, полезно. Так что я хочу город за городом облутывать. Абсолютно все счесывать. Ибо это нужно. Да, мне бы необходимо еще одну книжку мастербука. Возможно, вот эта вот исследовательская хренотень как раз и учится только после мастербука. Если я смогу ее изучить и построить, я хотя бы, ну, уже все модули, которые там есть, могу делать. Мне не на чем просто их делать. Вот такая вот беда. Так, на второй этаж давай-ка сбегаем, здесь я не был еще. Нужно так не борзеть, а, дамы? Это вообще-то неприятно.
удачной ломки. А чё, больше никого нет, что ли? Ого, она мне зарядила. Это как, простите? У меня ж, в принципе, топ броня. Ну ладно. Главное, у меня еще 100 остается хп, да? Значит, ну, побольше должно быть. Да, конечно, хпшечку прокачивать будет здесь тяжеленько, не помирая ни разу. Скорее всего, под столом невозможненько. Но это прикольненько. Это стойненько. Как же мне это задолбало все. Как убить этих чертей. Слушай, да я, наверное, килолом воспользуюсь. Там все-таки мне интересно, что будет, если я хоть одного его убью. Может, с него что-то выпадет хоть вкусное. Что интересно до усрачки, а не убить. Как думаешь? Да, согласен, почетерим, но, блин, очень хочется лут посмотреть. И да, так и сделаем. Убить их все равно не смогу пока что на данный момент времени. А вот посмотреть лутецкий я просто хочу и не могу. А где вообще у вас тут народ лут? Можно такой скромный вопросик. Реально мне туда надо прыгать? Не, мне надо как наверх забраться. Интересно, а как? Ну, как по-простому я знаю, а мне потяжелее бы. Ой-ой. Серьезно? Вот это номер. Вот вообще не ожидал, слушай. Хрена себе замаскировали. Нифига себе нычки такие сделали, блин. Молодцы. Порадовали, правда, если бы я не нашел, я был бы огорчен. Это что у нас? Комбинезон. Демонических эссенсов мне уже много. И вечно ими тоже пользоваться нельзя. Так, что у меня здесь? 45 баллов. Этого мало. 45 маловато. Вон, я вижу еще лестницу подъем на этаж. Блять, можно вопрос? Вы какого хрена здесь вытворяете вообще? Оба. Совсем обурели, блин. Сволочуги. Ну и чего здесь? Правильно, абсолютно ничего. Для красоты. Ну, прикольно. Не совсем я юмора понял, ну ладно.
Зато здесь много чего можно почитать. Вот это меня уже радует. И да, почему я повторяюсь то, что буду лутать, так сказать, не на запись, чтобы не было вопросов, откуда у тебя там патроны взялись, откуда у тебя там то взялось, модули. Библиотеку, да, на запись, а вот эти вот, где можно подняться, стыбрить и убежать, не вижу смысла показывать. Это глупо. Вот ты твою ж налево. Погоди-ка. Я когда выливал обычную воду. А, понятно, что у меня. Ага. Персонажек срал дальше, чем видел. Ох, ни хрена себе. Это было больно. Так, и где я там очухраюсь? Это интересно очень. А, здесь. Ну, порядок. Ничего порядком я тут не вижу. Ай, как их спавнить, конечно, вопрос будет хороший. Но кричалок нету, и меня это радует. В принципе, мне торговец ради торговли только нужен. Но то, что я убил ему всю охрану, конечно, я лох еще тот. Слов здесь нету. Ну, погнали, ну, погнали. Сейчас, конечно, там будет темно, зараз, надо было фонарик взять. А, правда, я не въехал. Меня там сейчас одного удара ушатали, что ли. Смотреть бы на повторе, пока не охот. Ожидал. Обидчик мой. Так, я не понял. Тихо. Так, я кое-что другое посмотрю. Да нет, все пока целое. Наполовине. Наполовине это все пока в порядке. Поножки можно починить, в принципе. Создание брони у меня там сколько? Чувствую, лучше не чинить, да? Да, лучше не чинить. Не трогай, пока работает. А ты чё не помер с одного удара? Тип крутой. Да, антибиотики я с собой отнюдь не зря таскаю. Странно то, что прибежало-то гораздо больше зомби, чем ожидалось. Моих книг я нормально насобирал. В принципе,
и против такого я ничего не имею. Что там за хрень, правда? А, понятно. Астматик пришел. Какая прелесть. Ага. Вот, скорее всего, ты-то ко мне и прибежал, да? Хотя, может, и оба прибежали. А то я так и не понял, как меня так быстро ушатали. Я немножко удивился даже. Ну ладно. Кипяченая вода не помешает пукан свой тушить. Та-та-та-та-та-та-та. Да, соседние они и прибежали к комнатке. И гады поганые. Так, что здесь еще можно подтыбрить такого интересного? Пока ничего не вижу интересного. Ну что, пошли в закрытую дверку, посмотрим, что там. Ёптыть! Ни хрена себе там. Ну я понял, короче, сваливаем нафиг. Но хотя, то, что я хотел, я то сейчас и получу. Без обид, дядя, но я тебя убить не могу. А вот мне интересно посмотреть, чего у тебя есть. Вы серьезно? Это шутка, да? Это шутка. У бегемота-то хоть что-то будет полезное? Книга мастера-фермера. О, очень нужно. Ну что, они читерят, я буду читерить. Ну ладно, книгу мастера-фермера давай прочитаем. Хрен с ним. Здесь все, здесь все. Угу. Ученый. У меня остался один, блин, ученый, механик. Охотник, ой, блин. Да, еще много чего остается. В принципе, конечно, дядьки, да, полезные так-то. Так, стоп, мне наверх. Да. Двух боссов я не завалю. Вот как ни крути. Да, читерю. Они тоже читерят. Понял. Не проблема. Ступаем, ретируемся. Так, твою дивизию. Сколько там горящих-то? Горящих, походу, немножко больше, чем ожидалось. Так, стоп. Меня кто-то догоняет.
Нифига не могу понять, кто там такой борзой. Видишь, без с регенерацией у них слишком большое преимущество. Не знаю, надо как-то эту регенерацию то ли отключать, то ли хз. Так. Надо как-то, блин, это все мусолить. Как же мне быть с этой фигней? Это слишком круто, конечно, когда столько огненных с бешеной регенерацией, я их убивать не могу просто тупо. Тут не то, что ДПСа не хватит. Его слишком притык. Могу попробовать увеличить ДПС 2 раза, но, блин... Нет, не поможет. Просто банально потому, что генерация 2000 хп в секунду, даже меньше, чем в секунду, она немножко отличается от того ДПС, который я, в принципе, могу, в общем, выдать. Это так, для справки. Здесь были боссы, да? Да, вероятно, ДПС придется поднимать, это как минимум. Где же здесь был? Они, бывает, двери закрывают. Меня это вообще больше всего удивляет. То есть не я их закрываю, они сами их закрывают. На какой черт спрашивается? Они сначала меня порадовали, это мастербуком. Но я думаю, за свои старания о попытках убить, я заслужил это. Вот елы-палы. Вы там вообще кончитесь сегодня или нет? Мне интересный такой вопрос. Я жду вас. Дебила вместе сила. Ой, водички нету, надо попить. Угу. Эй, пей, сейчас давай чайку выпьем и немножко перекусим. Кстати, у меня же есть вот такая вот хреновинка. Немножко здоровья подправим. И еще немножко водички попьем. Что же здесь такое было ценное, что меня тут так... 2 раза. Блин, боссы, демонические зомби, серьезно. Не слишком ли это, блин, все, мягко сказать, круто? Но... Оружейный ящик, да что толку-то, в нем силовой-то брони нету. Обычная остальная броня мне как бы сейчас пень сдалась. Ах, да, геморрой еще тот начинается. Вообще все на скрап это выкинуть.
А, так это сейф лежит, ёшкин ты матрёшкин, кстати. Кстати, а без модов этот как-то хреново работает. Ну и чё у нас здесь? А, мягко сказать, толком ничего. Так, немножко того, немножко этого. Ну, это не тот лут, который я ожидал увидеть там, где будет парочка боссов. Вот я вот честно скажу. Вообще ни разу. Да, боссы начинают появляться. С боссами хрен знает, что делать. И встает вопрос логический. Ну и какого черта тут дальше вообще можно делать и предпринимать? Пользуется только килолом, все. Либо залазить в файлах, убирать генерацию ихнего ХП. В принципе, да, вот генерацию ихнего ХП, если убрать, будет хоть как-то адекватно. Опять же, я не хочу этого делать. Нахрена оно мне надо? Вот есть разработчик, пусть он это и делает. Теперь вопрос в другом, а что же здесь гостиница будет? Вам тоже, наверное, интересно. Ни одного кассового порота рабочего, серьезно? Тут походу все одни обычные зомби, да? Какая прелесть. Как-то хотел я в гостинице поселиться жить, но само расположение здания, как правило, довольно-таки геморройное. И ничего из себя конкретно интересного не представляется. Игра. Ой, как лагнуло-то. Чуть мне не понравилось это. Так. Забавно. Будет ли здесь что-то суперское-пуперское? Я имею в виду зомби. Так, ну с бегемота книжка может выпасть. С этого толком тоже ничего не упадет. Я думал, какой-нибудь гауссовская, не знаю, гауссовская пушка будет выпадать. Но почему баллы не работают? Вот это вот, конечно, косяк разработчика, мягко сказать, бляха ужасный. То есть он отключил это. Я вот обратил еще внимание, вот у обычных зомби радиоактивных нет регенерации. А у обычных зомби нет генерации, вот этих вот зеленых. Но бешеная есть у красных. Вероятно, надо будет отключать. Ничего тут не поделаешь. Ничего не попишешь. Того, что мне 52 уровень, никому не легче. Ни мне, ни зрителям. Так. Сколько там времени?
16:20, сколько уже идет запись-то хоть? Ладно, народ, на этом я закончу. Увидимся в следующей серии. Я еще все буду обдумывать долго и упорно. Всем удачи, всем пока.